соблюдаю пост. Муж и кот меня не поддерживают и всячески развлекаются за мой счет. Муж на завтрак мне как-то приготовил сосиски. Потом бутерброд с колбасой сделал. Но кот его все равно переплюнул. Пока мы были на работе, он открыл холодильник. Это обычное явление у нас. Достал оттуда палку колбасы, погрыз ее с одного края и положил рядом с моей подушкой. Ну и представьте реакцию мужа, который ее обнаружил. Подстава, подстав. Давно меня так не стебали. Теперь на каждую фразу о еде мне вспоминают, что я жру по ночам под одеялом колбасу.